Здравствуйте, ребята! Сегодня будет сказка «Лиса и журавль». Подружилась лиса с журавлем и зовет его к себе в гости. «Приходи, куманек, приходи, дорогой! Уж вот как я тебя угощу!» Пришел журавль на званый обед. А лиса наварила манной каши, размазала по тарелке и почует журавля. «Кушай, куманек, кушай, голубчик!» «Сама стряпала!» Журавль хлоп-хлоп носом по тарелке, стучал-стучал, ничего не попадает. А лиса лижет себе, да лижет кашу, так всю сама и скушала. Съела лиса кашу и говорит: «Не обессудь, куманюк, больше подчивать нечем!» «Спасибо, кума, и на этом!» — отвечает журавль. «Приходи завтра ко мне!» На другой день приходит лиса к журавлю. А журавль наготовил окрошки, налил высокий кувшин с высоким горлышком, поставил на стол и почует. «Кушай, кумушка, кушай, милая, право, больше почивать нечем!» Вертится лиса вокруг кувшина, и так сойдет, и этак, и лизнет то кувшин, и понюхает. Все ничего не достанет, а журавль стоит на своих высоких ногах, да длинным носом окрошку из кувшина таскает. Клевал да клевал, пока всю съел. «Ну, не обессудь, кумушка, больше угощать нечем!» Пошла лиса домой, не солоно хлебавши. На этом у них и дружба с журавлем кончилась. До свидания, ребятки, до новых встреч!